ради себя, ради наших детей, ради России. Ради России особенно! Да. Вот, пора встречать и сказать самые теплые слова своим близким. Сказать им спасибо за понимание и надежность, за терпение и заботу. Чем больше будет доброты и любви, тем увереннее и сильнее мы будем. А значит, и успеха обязательно добьемся. Это его задача делать так, чтобы больше будет. С праздником вас! С новым 2015 годом! Не-не-не-не, подождите, нужно, когда куранты начнут бить. Да. Нет, тихо, я вам говорю. Сейчас будет так, бум, и вот тогда нужно, давай, гимн начнут петь. Зажигалка, где у кого? Вот. Ну давай. Вот. О. Ну где там? Бракованные. Да не, ну надо просто по одному, типа. Ага. Есть. О! Это мне все равно погод. Давайте с Новым годом. Или еще до 12-го. Ждем. Ну давайте. Тебе все пошло подождать. Прилети из КПП-правки, все, давайте. Сейчас. Все. Сколько там осталось? Все, ура! Ура! Скажи что-нибудь. Давай, больше рока и угара, примерно. В новом году. Чтоб меньше. Меньше искали пеструны, а больше искали истинную суть вещей и всего такого. Ага. Такое пожелание. Пожелание, да. Ну хорошо. С Новым годом. На